Приветствую всех на канале. Откроем посылку. Вот. Это у нас, по всей видимости, усилитель. Такой усилитель я заказывал. Тут у нас что идет отдельно почему-то. Да, он, можно его приклеить. Радиатор. Перед нами усилитель PAM 8610. Номинальная мощность развивает каждый колонку по 10 Вт всего. Цена невысокая, всего лишь около $2. Тут мы видим номинал на микросхеме. Размеры померим. 40 мм так, 40 мм так. И у нас так по высоте 30 мм. Текстолит тут очень неплохой. Красная маска. Тонкие, правда. Но это, в принципе, без разницы для нас. Вот есть отверстие крепления. Разъем 3,5 мм, вот стандартный. Но, к сожалению, рядом плотно вставлен разъем питания. Не знаю, почему его нельзя было с этой стороны сделать. Но вот они так сделали для 12 вольт напряжения. Далее разъемы у нас для колонок. Вот обычные такие. Это у нас потенциометр-регулятор на 50 кОм. Получается, вот. Здесь у нас перемычки. Первая перемычка, если мы закомыкаем, то у нас включается наш усилитель. А вторая перемычка, если мы его перемыкаем, то звук исчезает. Далее здесь у нас светодиод питания. Померим размеры радиатора. 9 мм. И тут также 9 на 9 мм. Очень крохотный радиатор. Такой радиатор достаточно для цифрового усилителя. Нагрев небольшой. Для истинных целителей музыки этот усилитель, конечно, не рекомендуется. Лучше поискать какой-нибудь другой, например, аналоговый. Та же особенность вот этой регулировки, она не плавно идет, а ступенчатая. Теперь давайте подключим этот усилок. Ну, в принципе, нормально все. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного.